Бывает и такое. По дороге домой заехали в Магнит. Подошел к нам бездомный мужчина, абсолютно трезвый, и попросил купить покушать. Мы не отказали в просьбе, потому что сделали это ради Господа Бога. Молоко. Попить. Ну пойдем. Ну там на свое усмотрение. Идем в Магнит. Яйца. Молоко. Ему повезло бездомному. Соком он взял. Вот такой вот пакет бездомному собрали. Вот так Урал решил порадовать. Там, короче, дай вам Бог здоровья. И там пиво есть один банш. Спасибо. Да. Приятного аппетита.